Государственный медицинский университет является абсолютно уникальным вузом в Республике Беларусь. Уникальность заключается в том, что он не только самый молодой, но он и самый активный в плане своих изменений. Ведь, согласитесь, вузы с столетней, 200-летней историей, они обладают не только некоторыми традиционными качествами, но и некоторыми патриархальными гирями, которые зачастую останавливают их в развитии. Слишком много точек сложностей, которые не дают двигаться вперед. Гомельский же вуз – это молодой вуз. Нам исполняется 30 лет. И с одной стороны, это молодость, а с другой стороны, это период расцвета, период творческих действий. И как раз то время, когда в вузе могут происходить прекрасные изменения. И мы видим в сегодняшнем мире, в постковид мире, именно те организации, именно те вузы, которые в состоянии быстро меняться, именно они будут впереди. Гордимся тем, что наш вуз подготовил большое количество профессионалов, которые представляют его в многих странах мира. Мы выпускаем прекрасных специалистов. И эти люди, которые практикуют в Европе, Азии, Африке, Америке, все эти люди с гордостью пишут свое резюме, говорят на интервью и говорят своим коллегам в клиниках, что я выпускник Гомельского государственного медицинского университета. I'm from India. I'm from Nigeria. Je viens du Congo. I am from Sri Lanka. I'm from Yemen. Факультет иностранных студентов Гомельского медуниверситета был основан 20 лет назад. На сегодняшний день факультет представляет собой динамически развивающееся структурное подразделение, на котором обучается более 800 студентов почти из 30 стран мира. С 2003 года факультет начал подготовку специалистов для зарубежных стран на английском языке. Обучение на английском языке мы ввели первыми среди всех медицинских университетов Республики Беларусь. I study in Gomel State Medical University, which is a really good university for foreign students. We are impressed by the education skills that's been provided in the university and also by the research activities they have given us, the freedom they have given us in cultural. And here we respect our tradition a lot and our dean is very helpful and kind towards us, and I love this country because here people are very kind and helpful. Really happy to be part of a student in this university, and I would really highly appreciate all teachers, doctors. Мне очень нравится учиться в Беларуси, именно в Гомельском государственном медицинском университете, потому что здесь преподаватели очень хорошие и знания хорошие дают. Подготовка врача невозможна без науки. И даже с той точки зрения, что медицинские знания обновляются очень и очень быстро. Зачастую говорят, учебник успевает устареть еще на том моменте, когда он выходит из типографии. Действительно, в ряде отраслей медицины знания меняются принципиально быстро. И если врач не получает свежие, актуальные научные знания, и если он не умеет их анализировать, критически к ним относиться, он очень быстро теряет в профессии. Мы знаем, врач – это тот человек, который учится всю свою жизнь. Поэтому весь путь подготовки на сегодняшний день – это и высшее медицинское образование, это и интернатура,
Это клиническая ординатура, это последипломная подготовка. Они представлены в нашем вузе. Научная подготовка сотрудников высшей квалификации – это аспирантура. Научная подготовка докторантов и защищенные докторские диссертации – это все очень и очень важно. Лечебная работа профессорско-преподавательского состава клинических кафедр является неотъемлемой частью концепции практикоориентированности медицинского образования и обучения у постели больного. Успешно функционирует и наш профессорский консультативный центр, где ведут прием наши специалисты по 22 специальностям. Нам повезло с клиническими базами, их более 14. Соответственно, мы можем обучать студентов и слушателей от кардиохирургии, трансплантологии до судебной медицины. Клиники не только хорошо оборудованы, но и везде работают высококлассные врачи, большинство из которых, кстати, наши выпускники, чем мы очень гордимся. А многие из них участвуют и в учебном процессе, и в наших научных проектах. Ведь наши преподаватели, они одновременно являются и врачами, и преподавателями. То есть соблюдается тот принцип «я лечу, я учу». В связи с введением реконструированной детской больницы у нас значительно улучшились условия и есть большие возможности для того, чтобы обучать студентов не только теоретическим знаниям, но и практическим. Мы привлекаем их не только к осмотрам пациента, потому что осмотр – это начало, так скажем, последующего лечения. И правильно поставленный диагноз – это залог более правильного лечения, которое даст более максимальные результаты. На кафедре оториноларингологии занимаются студенты старших курсов с 4 по 6. Но помимо студентов, у нас имеют возможность также обучаться клинические ординаторы очной, заочной формы, также врачи общей практики, слушатели, аспиранты. На базе Центра радиационной медицины располагается ряд кафедр нашего университета и курсов. В частности, это курс офтальмологии, это кафедра патологической анатомии и наша кафедра – кафедра клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии. Тот факт, что Центр радиационной медицины оснащен по последнему слову техники, позволяет нам проводить занятия со студентами на реально высоком методическом уровне. На своих практических занятиях мы даем основную базу. Учим их средствам измерения, вопросам визуализации результатов лабораторных исследований, но ознакомиться с последними технологическими новинками лабораторной диагностики мы можем именно на подразделениях Центра радиационной медицины. Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медреабилитации и психиатрии – одна из самых больших у нас в университете. Наша кафедра, несмотря на молодость университета, уже славится научной школой. И возглавила эту научную школу профессор нашей кафедры и моя предшественница Латышева Валентина Яковлевна. За время ее работы как заведующей кафедрой у нас защищено 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций. А в настоящее время на кафедре выполняется еще 2 докторские и еще 8 кандидатских. Наши специалисты очень востребованы. Во всей нашей стране, во всех областях работают наши специалисты. И в связи с постоянным развитием лабораторной службы потребность в них только увеличивается. Лаборатория университета создана в 2000 году. Цель нашей работы – это проведение научных исследований, помощь студентам, аспирантам, докторантам, любым сотрудникам нашего университета в проведении исследований, популяризация науки, создание научной среды для медицинского сообщества. На базе лаборатории сосредоточено высокотехнологичное оборудование, которое позволяет проводить молекулярно-генетические, иммунологические, иммуногистохимические исследования на мировом уровне. И сотрудники нашего университета защищали свои докторские, кандидатские диссертации и являются общепризнанными не только в нашей стране, но и за рубежом. Особо я хочу подчеркнуть вклад коллектива Гомельского государственного медицинского университета. Это уникальный случай, когда за относительно короткий промежуток времени в вузе была создана великолепная команда специалистов, ученых, практиков, объединенных одной идеей и направлением подготовки студентов. Было достаточно напряженно и сложно вливаться в когорту вузов Республики Беларусь, потому что самый молодой вуз, созданный внезапно с колес, так называемый, стал готовить после чернобыльских проблем кадры, и теперь наши выпускники работают
не только в нашей стране, но далеко за ее пределами. И для меня это большая честь, что многие считают, что Гомельский государственный медицинский университет – это лучший университет в мире. Многие из этих людей абсолютно беззаветно служат медицине и приоритетом своей жизни считают труд, а не какие-то вторичные моменты, которые зачастую преподносятся сегодня как основа нашей жизни. Ведь действительно, врачам многое дано, но с них многое и спрошено. Это необычная, это очень особенная профессия. Это действительно одна из немногих профессий, которая именно от Бога, а не от людей. В нашем любимом университете нам позволено развиваться во всех сферах. Это как в научной, у нас прекрасный профессорско-преподавательский состав, множество студенческих научных кружков, в которые всегда открыты двери. Ну, также, наверное, для каждого студента и для каждого человека студенческий вот этот период – это самый такой яркий и важный период в нашей жизни. Благодаря университету я смог реализоваться в науке, писать научные работы, получить стипендии президента. Я смог реализоваться в творческом плане, заниматься вокалом, ходить в студенческий клуб, чтобы отдыхать после учебы. И также я смог стать финалистом республиканского конкурса «Студент года», смог участвовать в Совете при министре образования. Но у нас на самом деле учатся лучшие студенты, лучшие представители молодежи. И они действительно разносторонне подготовлены. Они танцуют, они поют, они занимаются спортом, они занимаются благотворительностью. Они участвуют во всех социально значимых мероприятиях. Поэтому для нас формирование личности в комплексе – это очень важный вопрос. А сам по себе профессия врача – это, как и профессия учителя, это самая благородная профессия. И мы учим их именно вот этому благородству, отношению к человеку, к пациенту, к своей родине, чтобы они всегда достойно представляли наш университет. В Гомельском государственном медицинском университете большое внимание уделяется студенческой жизни. Это очень важно. Это и простые вопросы быта, которые, казалось бы, уходят в сторону, когда мы говорим о высоких материях науки и медицины. Но действительно, чтобы спокойно и уверенно готовиться, и зачастую вечерами, нужно иметь хорошие условия для жизни. И у нас многое делается. И в ближайшие годы мы будем укреплять нашу материально-техническую базу в плане общежитий. Студентам должны быть созданы прекрасные условия. Очень важным направлением является спорт, здоровый образ жизни. Ведь действительно, прежде чем наполнить сосуд знаний информацией, нужно создать оболочку. Нужно создать его из глины, как говорили древние греки. И поэтому каждый молодой человек, который учится медицине, он должен поддерживать свою физическую культуру, оболочку своего тела и быть идеалом для своих пациентов, показывать им, как должен выглядеть здоровый человек. Здоровый как в физическом, так и в интеллектуальном и моральном плане. We love Belarus! We love Belarus!